Всем доброго дня! Итак, друзья, я начинаю свою рубрику «Сибирское здоровье. Витамины и БАДы». С чего же я начинаю утро? Утро я начинаю с завтрака. После завтрака я принимаю, конечно же, свои любимые витамины и минералы. Вот посмотрите, сколько их тут. Вот это все я пью залпом. Смотрите, как я это делаю. Вот так беру. Вот. Видали? Вот. Их много. Это все сухие салатики. Вот этот препаратик, БАДик, это навамин, онкопротектор, очищение клеток. Вот это ритм здоровья, утро. Я балансирую свой баланс жизни, утренний и вечерний. То есть вечером я пропью вечернюю капсулу. Вот это рыбий жир, омега-3. Итак, начинаем. Как я это делаю? Я беру охапку их и вот так. Прошли как конвейер. Через полчаса я, значит, закапаю корень, иммунобустер. Капельку. Больше я не могу. Сегодня я добавила в свой биорацион 3 мегавитал натуральный бета-каротин и облепиха. То есть это подпитка и витаминчики для моих глаз. Они у меня плохо видят. Вот. 2 выпил сын, 1 выпила уже с утра я. Итак, друзья мои, кому интересно мой образ жизни, пишите, звоните. Кто хочет зарегистрироваться в Сибирское здоровье, в мою команду, добро пожаловать. Ссылочка указана в шапке профиля. Всего вам хорошего и дай Бог вам здоровья.